Я с детских лет гастарбайтер, копал грунт и мыл машины, клал кирпичи и асфальты, возил товар в магазины. Меня спросил удивленно прораб бригады успехов, с какого ты региона, откуда ты понаехал? А я молчу, мне даже как-то неловко. Стою молчу, хотя ему интересно. Ну как сказать, что не с Ташкента, не с Омска? Все дело в том, что я... Мы просто так, а я... На самом деле... Я повзрослел как-то сразу на олимпийских объектах, освоил сварку под газом, тянул люблинскую ветку, спросил дыша ацетонно за склад малярного цеха, с какого ты региона, откуда ты понаехал? А я молчу, мне даже как-то приятно. Стою молчу, но сковыряю устами оскай, ведь мой ответ звучал бы невероятно. Все дело в том, что я... Мы просто так, а я... На самом деле я... В центре столицы я наслаждаюсь моментом, когда сотрудник милиции берет мои документы. Сержант бригады ОМОНа никак не может скумекать, с какого я региона, откуда я понаехал. Я местный. Блять, мои корни!